tes yeux couleur rubis et des plumes aux couleurs de la nuit à son front brillant de mille feux. Всем привет, с вами ваш переводчик Аслхан, и сегодня у нас реакция француза. Я сегодня как переводчик отдохнул, потому что реакция получилась немногословной. Но я все равно хочу поделиться с вами этим видео, так как женская половина нашего канала очень сильно просила француза. Всем приятного просмотра! Добро пожаловать на канал! С вами Кейлионе. Сегодня мы поговорим о песне, которую поет Димаш. И она называется... Дай Дидо. Надеюсь, я сказал это правильно. Здесь также есть субтитры на английском языке. Давайте посмотрим это вместе и поговорим после прослушивания. Великолепная музыка. Thank you.
Ну а как без этого? Еще раз скажу, что в этой песне красивейшие слова. Красивая история. Вот этот его спокойный, ясный голос, который взлетает к этим высоким нотам. Димашу всегда есть чем удивить. Его манера и его подход к самой песне, к самой музыке. И также он показал нам, насколько он хорош как музыкант. Как он сыграл на инструменте, который, похоже, является традиционным. Он великолепно сыграл, и это меня уже не удивляет. Обладая таким гибким и пластичным голосом, он настолько же искусно перебирает струны на этом инструменте. Это что-то вроде гитары, как у нас во Франции. Что-то вроде того. Очень красивая песня. Мне говорили о ней еще 2 недели назад. И я все никак не мог приступить к ней. Огромное спасибо за эту рекомендацию. За эту песню. Берегите себя. Благодарю всех новых подписчиков за то, что делаете наш канал еще больше. Спасибо всем за ваши комментарии. Спасибо. До встречи. Всем спасибо за внимание. У Кентина есть еще много реакций на Димаша, но большинство из них такие же немногословные. И к тому же он делал субтитры, русские субтитры на свои реакции. Но там есть ошибки, и там отображена не вся его речь. Если вам интересно и вы хотите, чтобы я их перевел, пожалуйста, напишите в комментариях и... Я скоро вас порадую. Всех люблю, всех обнял. Пока!